Итак, друзья, всем привет. Значит, что хотел, собственно, сказать в этом маленьком, коротеньком видеоролике. Прежде всего, разведение мощных червей – это неотъемлемая часть кормовой базы певчих птиц, насекомоядных и также самое зерноядных. Но, помимо того, как их разводить, у меня уже есть там кое-какие наброски, видеообзоры, маленькие ролики. Здесь не самое важное объем самой какой-то иной тары. То ли это пластмассовая, банка, ведро, тарелка и так далее и тому подобное. Самое важное знание и умение и правильно как разводить. Можно разводить в больших тазах, но не имея при этом никакого хорошего дохода в плане количества. Вот сейчас покажу вам. Недавно начал разводить, уже поднял. Вот. Вот такая вот баночка. Ну, где-то на 350, на 200, на 200. Вот это развел я мощных червей. Вот, надо сейчас их будет просеивать. Ну, здесь судя сколько. Я не знаю, врать не буду. Я не считал ни весом никак. С меня не интересует. Для меня главное птицу кормить. А какое его тут количество? Хрен его знает. Ну, может грамм 700, может 600, а может полкило. В общем, большие ящики, они не нужны. Я много раз смотрел на каналах, там квадратные, всякие разные. Это все чушь полная. А вот, которые уже недавно пошли, меленькие, только начали подниматься. Вот это вот. Такие черви. Уже надо отсеивать. То есть разводить. И вот тут довольно-таки много шевелится, все плывет. Поднимать я буду мелким окунем. Более быстрый, так сказать, чтобы он был крупненький, такой мясистый. Ну, так же самое. У меня таких ящиков... Ну, врать не буду, 40. Таких 40, а таких 15 ящиков. Слой отруби у меня идет 100-120. И когда уже просаживается сантиметра 3-4, я уже начинаю эту пыль пересеивать. То есть всех выбранных полностью жуков пересаживаю, когда уже вижу шевеление. И на дальнейший развод. Вот такой он крупный получается, хороший червь. Естественно, его рыбой подкармливаю. Это не путайте, это не зафобус, это мучной червь. Ничего в нем сложного нет. Так же самое разведение, он очень легок. Ну, для меня так кажется, для кого как, я не знаю. Так, ждите нового обзора. На днях недавно я закончил тайник 4х2, 16 ячейка, я его 2 недели вязал не спеша. Думаю, что завтра выйдет новая серия, подготовка мест для ловли коньков, ну и каких-то еще видов птиц. Всем всего хорошего и пока, до скорых встреч на видеоловлях.